7 многодетных семей региона завершат строительство и ремонт домов благодаря областной поддержке. Личный прием в режиме видеоконференц-связи провел губернатор Владимир Якушев. Он пообщался с многодетными родителями из Тобольска, Упоровского района, Заводуковского округа. Так, семья из Ишимского района лишилась жилья после пожара. Они воспитывают 4 детей, и на строительство нового дома собственных средств не хватает. Глава региона подписал поручение о выделении средств всем обратившимся на личный прием.